Приморье построят два судна ледового класса для работ на арктическом шельфе. Контракт на проектирование и строительство подписали компании «Роснефть» и Дальневосточный центр судостроения и судоремонта на Восточном экономическом форуме. Договор предусматривает, что в будущем завод получит еще заказ на два аналогичных судна. Также «Роснефть» подписала соглашение о намерениях с Китаем. Через пограничный переход Забайкальск-Маньчжурия Россия будет поставлять в Поднебесную сжиженные углеводородные газы и пропилен. Объемы поставок могут достигать до 200 тонн полезных ископаемых в год.